Так, игра не заставляет нас долго ждать. Начинается ножевой раунд, который будет определять, за какую сторону будут играть команды в первой половине этой карты. И на этой карте, я бы сказал, это очень важно. Так как это больше защитная карта контртеррористов. Каким-то образом с 3 хп остается JDC. Такого дамага от ножа еще не видел. Все-таки эксперты забирают ножи. Скорее всего, начнут они играть за контртеррористов, если у них не сумасшедшая атака. Да, так и есть. Эксперты начинают играть за контртеррористов. 3 рестарта и погнали. Первый пистолетный раунд. Мое предположение, что это будет Fast B от команды Лондон. А по факту будем смотреть. На ранних таймингах занимает опорные позиции на точке Б команда экспертов. Простите, команда Лондон. Но пока не включается в полный выход. 2 человека пока разведают обстановку, грубо говоря, на верхних позициях. Готовится дымочек. Мы готовы их здесь принимать. 2 человека, 3 человека даже. Дыма раскинуты. Но выхода пока не наблюдается. Минута до конца. Возможно, будет ретейк вверх-вниз. Вверх-вниз падает 2 человека. Разведывает обстановку, понимает, что тут никого нет. Да, и сверх-вниз все-таки происходит ретейк на точку А. DJDC уже ставит минус по Адаму. Край разменивает. Дает минус по скранку. Сбоку Фрайзек заходит в ухо, но Сайкин его контролит, убивает. 4 в 3. 37 секунд до конца раунда. Крей убивает JDC. Тут же 2 минуса дает Мэзил. По Сайкину и Энди остается последний игрок команды Эксперт. Это Алекс. Неудобная для него ситуация. Есть по нему информация. Бомба будет устанавливаться. Неужели он сейчас убьет? Как это нелепо все происходит. Алекс просто убивает края. Плетит еще бомбу. 2 тиммейта не смогли его прикрыть. Но все же смогли хотя бы добить. Но все это выглядело максимально нелепо по тимплею от команды Лондон. Но есть как есть. Хотя бы раунд взяли. И для экспертов это как бы такой плохой уже шажок. В том плане, что Лондон за атаку все-таки взяли один раунд. Первый, я имею в виду, пистолетный. Решают в Акаба исполнить команду экспертов с 5 диглами. Четвером врываются они на мидл. Скранк решает поджать вверх-вниз. Тут он никого пока не найдет. GDC контролит проходы между вагонами, посматривая на зелень. И как раз от него сейчас будет зависеть, поймает ли он тайминг на зелени. Ловит тайминг, но ловит также он и пулю в голову от Линка. Открывается с зелени 2 игрока. Скранк тем временем 2 хедшота с дигла оформляет. Стреляет по Линку, но не попадает. Линк его забирает. 2 в 3 ситуация. Энди оставляет очень красного с 10 хп Мэзила. Но Край заходит в спину, убивает Энди. Линк помогает забрать Алекса. И спокойно забирается. С долей спокойствия, я бы сказал, забирается второй раунд для команды Лондон. Сейчас начнется третий раунд. И, скорее всего, сейчас будет еще один форс. Так как даже если они этот форс проиграют, смогут закупиться к четвертому раунду. И показать уже всю свою силу за контртеррористов. А команда из Великобритании пока показывает свою силу на точке Б. У нас, по-моему, был первый минус. Нет, ошибочка, это было не Б. Это было на миде. Скранк решает поджать. Нарвется все-таки на засаду. Адам его спокойно забрал. JDC пытается разменять, но отходит. Мейзел выходит, забирает все-таки GDC. Бомба сейчас будет устанавливаться на точке А. Все спокойно. Последний игрок остается. Это
Алексер, который Зевса будет разваливать Иисухи. Почти попал. 3-0. 2 АВП от команды контртеррористов, а именно экспертов. На трейне, в принципе, это довольно-таки неплохо. Если один будет орудовать на Б, второй на А, то дефолт. Ну, а посмотрим, готовы ли к такой обороне команда из Великобритании, как она сейчас будет развивать свою атаку. Отличный раз был под Б. На ранних таймингах они в него не врываются пока. Просто занимают позиции. Алексер дает информацию, что есть ребята уже по точке Б. Тут же шартаем и стягивается хелпа. JDC. Стоит вверх-вниз и, возможно, пытается поймать этот счастливый тайминг для себя, когда он сможет зайти в спину, но пока выхода на точку Б нет. И полетел выход низ вверх. Отлично взрывается Мезил. Мези пушит он до конца, в упор вагонов. Слышит здесь своих оппонентов. Через флешку пытается прошить, но, слава богу, есть хлопа от Адама. Проходит он дальше, забирает GDC. 3 в 3 ситуация. Бомба пока не поставлена. Бомба валяется в точке. Скранк. Получается у него очень неожиданно подкрасться в точку, забрать Фрайзеха. 3 в 2. Должны забирать все-таки эксперты этот раунд. Если сами не начнут допускать ошибок, открываться под террористов. Первые ошибки пошли. Линк открылся, ставит хедшот по скранку. Кладется дым. Ждут, пока промажет Алекс в дым. Бомба будет установлена. 20 секунд до конца раунда. Алекс пока не видит своего оппонента. Линк занимает грамотную позицию. Тут же у него рядом на размене стоит Мэйзи, который ставит минус по Энди и 2 в 1. Забайтить пытается сейчас Алекса Линк. Есть по нему информация и дает информацию своему тиммейту, где находится. И 1 в 1 все-таки Алекс получается у него забрать Линка. Нет информации по последнему игроку, теперь есть. Он спалил своим молотом, где он находится. Просто нелепо не попадает пока, но с все-таки забирает этот раунд. И 4-0. Пока ничего не может предоставить команда экспертов против атаки команды Лондон. Force buy команды экспертов, которая вновь вчетвером залетает на точку А. А команда из Лондона движется в направлении зелени. Здесь орудует скранк. Пытается взорвать его, но отнимает пока только 18% здоровья. Очень отличный тайминговый дым, который уже, к сожалению, прошел линк. К сожалению, для скранка. Все-таки дает он один минус. Сразу же его разменивает. Возможно, не ждут второго игрока здесь. Да, Энди все-таки сбривает авабера команды Лондон. В дыму находит край Энди. Тут же в дыму находит еще Сайкина. Серия ряда разменов. 2 в 1. Остается Алекс против двух оппонентов. Ставит первый хэдшот. Красный остается край. Спокойно его забирает. Что-то странное на самом деле делал красный край. Из-за того, чтобы танцевать как-то между вагонов, залез на самый верх. Не сделал ни выстрела. Просто отдал раунд. Денег у команды из Лондона вполне хватает для закупа. А 2 ХВП отталкивается команда экспертов. GDC. Делает минус на миде. Собирает он Мэзи. 4 в 5. 3 игрока укрепленно играет на точке А. Один мансует у нас в шарте. Стягивались то Б, то А. Это Сайкин. Команда террористов пока не решила, куда она все-таки будут. Куда они будут организовывать свой окончательный выход.
пошли раскидочки под точку А. В ответ вылетели дыма от экспертов. Никакого выхода пока в дальнейшем нет. Адам тем временем сносит ADC. Прайзен забирает Энни. Сайкин с точки включается, забирает он Адама. 3 в 3. 45 секунд до конца раунда. Все, пока время есть. Линк убирает Сайкина. 2 в 2. Скранг забирает края в спину. Ему пытается зайти Линк, но он его слышит. И все-таки Алекс Р заканчивает этот раунд. Оставаясь живых последним. И забирает эксперты свой второй раунд. Тактическая пауза, вероятно. Скорее всего, взяли ребята из Великобритании. Обсудить, как же нужно перестраивать свою атаку. Потому что, по-моему, эксперты научились против нее играть. Тактическая пауза снята. 10 секунд до начала 7-го раунда. Денег на форсбай хватает у команды террористов. Будет отталкиваться от одного калашникова, двух диглов, чизетки и глока. С такими девайсами можно спокойно собирать раунд. Два человека уже пропрыгивает на Б. Байтит на себя молотов, байтит на себя дым. Уже понимают ребята, что на точке Б нет усиления по гранатам. Решают пока отойти, похолдить. Пока затишье. Команды террористов на данный момент нет ни одной флешки, ни одного дымочка. Все будет играться до пика. Скорее всего, Калаш или Дигл должен делать свой энтри. Но пока без убийств. GDS готов встречать. Но, возможно, данное оружие в руках не принесет ему больших плодов. Посмотрим, увидим. Так и есть. Мейз забирает GDS. Сайт отлично работает по двум игрокам. Спокойно Скранг забирает еще двоих. И остается последний с калашником Фрайзек, которого Скранг тоже забирает. Дает минус 3 в этом раунде. И спокойно третий раунд отходит команде экспертов. Денег команды из Великобритании на бай хватает. Правда, играть они будут без АВП. 4 калашникова, 1 Галил. Возможно, для тактической комбинации на этот раунд им АВП не надо будет. Есть полная раскидка. Полетела она на точке А. GDS своим напарником решает поджать зелень. Никого там не видит. К этому он может дать информацию, что скорее всего это будет точка Б. Дальше пока он не прошел, он не может понимать, есть все же там или кого-то нет. Или никого нет там. Вверх-вниз опускается два человека. Выходят они на точку А. В принципе, они ее уже окружили. Остается Энди в точке. И отлично отрабатывает по одному из игроков. Адам его разменивает, но Кран включает края. JDS забирает Фразиха. И спокойным образом уже вроде как на замкнувшийся сплит вышли ребята из Великобритании на точку А, но отбили эксперты их выход. 9-й раунд. 4-4. Эксперты собрались. Два кабай использования команды Лондон. 3 дигла, чизетка, глок, дымочек и флешка. Отличная хаешка залетает по Лондонам. По лондончанам. Ждут своего часа. Готов уже дымочек от Мэйзи. Адам ставит минус по GDS из дигла. Скан разменивает Фризена.
Мэйзи. Врывается зелень, но здесь сейчас попадут они под контроль. А нет, игроки стягиваются на точку Б, они пока не готовы принимать, будут просто выбивать. Скранг пытается зайти в спину. Мэйзи, возможно, его получится отконтролить. Подбирает он наук, который выбил. Тайминг срабатывает не в пользу его, и спокойным образом команда Эксперт вновь выбивает установленную бомбу команды Лондон и забирает себе пятый раунд. Это я, конечно, наперед загнал. Мы еще попробуем выбить у Линка эту бомбу. Дает он минус по Сайкину, но тут же Алекс его разменивает, и бомба будет дефьюзиться. 5-4. Денег на полноценный, даже полноценнейший байк хватает у команды Лондон. Наконец-то появляется у них АВП. Фрайзек великолепно на Мираже выигрывал с АВП. Возможно, сейчас оно здесь тоже поможет команде Лондон. Скранг решает поджать зелень. Кладет дым, будет в него контролить. Слышит, что в Молотове начинал гореть один из игроков команды Экспертов. Фразик под флешечку, скорее всего, сейчас будет занимать. Получилось уже без флешки это сделать. Скорее всего, услышали, что игрок стянулся. Важный момент сейчас. У Энди именно он открылся на зелени, дай минус по Фрайзеху, который работал с АВП. Не ожидал его, наверное, здесь увидеть Энди, так как слышал здесь АУК. Отлично отрабатывает еще и по лингу, все-таки остается 2 в 5. Край находит минус по скранку. Проходят они зелень. Скорее всего, попадут сейчас под власть контроля Энди. Кладут дым. Пока результатно. Пытается реализовать с подсадки выстрел по Энди, но промахивается. Отличная попытка, но промазали. Алекс забирает края. 4 в 1. Остается последний игрок команды Лондон. Это Мези ставит минус по одному. Время 10 секунд. Нужно устанавливать бомбу. А еще лучше нужно сейвить, конечно, девайс. Ему бы уже, конечно же, не дали этого уже здесь делать. Но эксперты собрались. Эксперты, проигрывая 4-0, уже ведут 6-4. Волевой закуп команды Лондон. Не будет у них денег, если они проиграют и не поставят бомбу в этом раунде. Возможно, организуют какой-то 2К-бай. Наконец-то понимают они, что может попробовать выйти точку Б, так как А перестала ездить. Можно попробовать и под Б. Вся атака пока направлена именно в эту сторону. Два человека у нас стоит опорника на точке Б. В шорте уже подходит на помощь третий человек. Очень долго пока идет развязка самого выхода, самого старта на точке Б от команды Лондон. Их уже здесь принимает три человека. С шорта подтягивается еще четвертый. И, скорее всего, они будут наказаны за свое долгодумие, или как это правильно сказать. Сразу же умирает 4 человека в секунду. Остается последний Фрайзек, которого сейчас тоже забирают. Полностью были считаны, прочитаны и убиты. Матч приостановлен. Как-то надо фиксить атаку, конечно, команде Лондон. Потому что эксперты уже почувствовали мощь на этой карте в защите. Как минимум для второго, самый минимальный расклад. Второй половины уже Лондон набрали 4 раунда. Если они еще хотя бы доберут 2 раунда, будем смотреть интересную зарубу, я думаю, во второй половине. Но если счет так как бы и не закончится, то есть большая доля вероятности, что эксперты должны добирать
и выигрывает. Но пока ничего не понятно, это Counter-Strike, он непредсказуемый до самого конца. Все мы знаем невероятные истории камбэков, даже который практически состоялся на карте The Mirage. На экранах сейчас 12 раунд на третьей карте. Лондон решает сыграть с недефолтными пистолетами в этом раунде. В арсенале есть два дымочка и флешка. Скорее всего, выход готовится под точку А. Дымочки готовы. Небольшое затишье на карте. На неждан Мэзи решил открыться, но как раз это был ждан. Скранк забирает двоих игроков выстрелами в голову. Контролит третьего, знает информацию по четвертому и пятому. Говорят, отдайте мне Исуху. Но сильно на них не нарывается, так как знает, что это может быть чревато. GDC забирает возможность сделать ей Скранку. Скранк дает минус 4 в этом раунде. Скранк надолбил уже 18 фрагов за первую половину, за 12 раундов. Отличная работа от него. Со стороны Лондона очень не идет игра Фрайзена. Так, наконец-то появляется Фрайзен АВП. Может, сейчас он его отработает. А то я сейчас неужели начну орать снова Солик, Солик. Фрайзен. Звучит как Солик. Ладно, у человека просто не идет игра, и нельзя его за это начинать троллить. Может, он еще сейчас поменяется сторонами и начнет догонять своих оппонентов по фрагам и по счету. Пока без активных действий в 13 раунде. Как только сказал Скранк, забрал Линка. Минута до конца. Энди решает стянуться в шорт. Сыграть более закрытую игру с АВП. Так, 30 секунд до конца раунда. Замыкается сплит на точке А. Скранк дает минус по Мэйзи. Отличная работа от GDS в девятке. Отличная работа от Фрайзена на точке А. Дает 2 минуса, уравнивает практически шансы. Ребята просто, по-моему, забыли даже бомбу с собой взять. По таймингу, в принципе, он ее успевает принести. Но вряд ли он уже на путь делает, так как остался 1 в 3. Но бомбу надо не забывать брать. Шансы могли быть. Девять 4 в пользу команды экспертов. Дают Фрайзен засейвить свой девайс. Снова берется рекламная пауза. Матч приостановлен. Собрались эксперты, схватили за глотку команду Лондона, не разжимает свои клешни немецкие. И не дают не набрать ни одного раунда. 4-0, хватит. Скорее всего, 11-14, договоримся. Потом сменимся, посмотрим. Очень важная будет пистолетка. Так же, как это было на нюке. Где Лондон сумели довольно-таки неплохо откомбэчить. Пауза отжата. Предпоследний раунд первой половины. Начинается он с того, что 4 человека команды Лондон занимают зелень. У них был хороший спаун, но тут же Скранк откидывает тайминговый молотов. Рейз будет отрабатывать свой авик. Довольно неплохо он сыграл в том раунде. С него дал 2 минуса на точке А. Создал ситуацию 3-2. Вот все-таки не смогли они взять этот раунд. Скранк кладет дым.
ответный дым от команды Лондон. Сейчас будет потихоньку заниматься зелень. Наверх низ тем временем Адам перестреливает с кранка. Будет им отличная помощь с выхода верхниза. Хотя бы будет байтить игроков на себя. Тем временем выходят ребята из команды Лондон зелени. Происходит серия разменов. Отличная работа от Энди. Дает минус, но сразу же падает два человека у контртеррористов. И 3 в 1 оказывается в тяжелейшей ситуации. Алекс, тем более он стоит с АВП. Он не мобилен. Отличный префайр. Возможно, гранатка все-таки залетит. Нет, не хватило немножко. 1 хп всего лишь у Адама. Есть, по-моему, попадание. Да, по линку осталось у него 46% здоровья. Ну как... Слишком открыто играют команда террористов. Они прям очень уже уверены. Алекс врывается на точку. Пока никого тут не видит. Есть у него молотов. Немножко не угадывает он с ним. И Линк выходит, ставит ему голову. Шансы были большие, если честно, на победу в этом раунде. На этот клатч 1 в 3. Так как оставался всего 1% игрок. И 1,54%. Очень повезло, что не долетела гранатка до него. 9-5. Просто так не отпускает в отрыв. Ребята из Лондон, команду Эксперт. И последний раунд. Первая половина на ваших экранах. Эксперты снова отрабатывают с двумя АВП. Фрайзиха одно. Он вроде бы как расстрелялся. Из трех фрагов сделал уже 5 за 3 раунда. Молодец. Тем временем, как у Скранка, уже 20. GDS забирает края. Мэйзи разменивает его. 4 в 4 минуты до конца раунда. Бомба на руках, выхода пока никакого не наблюдается, но готовится раскидочка на точку А. Нет, это была просто флешка для того, чтобы отойти. В целом, пока непонятно, куда будет действовать команда Лондон, но все становится понятно, когда мы посмотрели дальше. Под Б стягивается и очень угадывает у нас команда из Великобритании. Здесь находится всего лишь один опорник. Конечно, рядом в шарте находится второй игрок, но главное... дать минус по первому и занять точку. Поехала раскидочка. Два человека уже с шарта помогает. Алексер делает важнейший первый минус. Мэзи его разменивает. Бомба сейчас будет устанавливаться. Три человека уже тут как тут. Флешка на выбивание поехала. Врывается. Фрайзик решает спалить сам себя, но ему не дает это сделать Сайкин. В итоге Фрайзен еще спаливает. Так, и мы вновь возвращаемся к игре, а именно ко второй половине третьей карты, где пока эксперты ведут счетом 9-6, но Лондон сейчас будет играть за стороны защиты. Как известно, сторона защиты на этой карте на более доминирующая, но очень важно сейчас выиграть пистолетный раунд от команды Лондон, чтобы они начали свой камбэк довольно-таки уверенно. Кранк тем временем дает минус по линку, и атака пока останавливается. Унюхали, прочувствовали они засаду на точке Б, на точке А пока. Находится уже два человека. Два человека стоит под Б. Изначально было 3 на Б, куда эксперты и не пошли. Адам решает поджать зелень. Может нарваться на неудобную для него засаду, но как раз... удачно таки слышит, но в JDC открывается, забирает Адама. Начинается ретейк на точку А. Хотя непонятно, куда же все-таки замкнет свою атаку команда Эксперт. Бомба пока находится в нейтральной позиции. Она может пойти так под А, так как и под Б. А команда Лондон принимает решение стекнуться на точке Б. И есть большая вероятность того, что просто не угадает они выход. Так и происходит.
Эксперты уже врываются на точку А. Сейчас будет установлена САБ-бомба. Просто приняли в секунду неправильное решение. В эту же секунду команда экспертов залетела на точку А. Обидно, конечно. Очень сложное выбивание предстоит им. Два игрока будут играть с шорта. Один пойдет сверх-вниз. Нет, просто разбиваются по карте. Райзек находит Энди. Край находит Сайкона. С таким бы успехом лучше бы уже поехали выбивать. Сейвят три брони. Как по мне, команде Лондон сейчас лучше бы было посражаться за этот пистолетный раунд, постараться 3-5 просто все-таки с юспами затащить эту игру, этот пистолетный раунд, чем засейвить три брони сейчас. Но посмотрим. Матч пока приостанавливается. Небольшая пауза нас ожидает, после которой начнется 17 раунд. Так и есть, матч возобновлен. И решает full force сделать команда Лондон. Один скаут, две узишки, дигл и 5-7. Есть гранатки, небольшое их, конечно, количество. Пока дефолтное занимание позиции от команды террористов. Также дефолтно расположены контртеррористы. Все позиции прочекаются. GDC пытается кого-то найти между вагонов, пока никого там не замечает. Готовы, ребята, уже, в принципе, к выходу на точке А. Начали заезжать первые дымочки. Отгородили Мэйзи сейчас от плента, но остается маленький просвет, где Мэйзи находит место вставить свою оптику. Адам. Возможно, он сейчас сможет удачно отработать с точки. Пока не получается. Да, все-таки ставит минус по скранку. Отличная от него игра. Ставит второй минус по JDC. Сайкин его разменивает. Энди дает еще один минус по Мейзелу. 2 в 2. Сайкин падает. Уже 2 в 1. Энди остается последним защищать установленную бомбу. Все-таки с форсом они не прогадали. Удачно байтит Фрайзек на себя Энди. Очень долго еще при этом живет. С Винком делает выбивание 2 в 1. Спокойным образом забирает себе 7 раунд. 10-7. Хорошо показали себя на форс-раунде команда из Великобритании. Удачно отработала она на точке А. Отлично сыграл Адам в точке. С 5-7 дал 2 минуса. Вот что я и говорил. Фрайзек уже топ-фрагер. Практически не топ-фрагер, но по крайней мере на первом месте, когда тап нажимаешь. Так-то на самом деле он на предпоследнем месте. То ничего. Расстрелялся все-таки как-никак. Решил, что не хочет он быть вторым соликом. Начал отрабатывать нормально. Пока такой полуэкономический раунд от команды экспертов. Прайзик делает минус по скранку. Вот она, сторона контртеористов, где АВП раскрылась. Отлично отрабатывает сейчас. Падает еще и Алекс. Осталось два глока. Один дигл в руках у Сайкина. Команда Лондон решает не совершать ошибок, не поджимать, чтобы не нарваться на какую-то шальную пулю.
не остаться в ситуации уже 4 в 3. Просто ждут. Время придет. Эксперты сами прибегут. Сайкин отлично отрабатывает по фрайзах. И Линк забирает Сайкина. И восьмой раунд попадает уже в команде Лондон. 10-8 на данный момент счет. 19 раунд тут очень. 3 секунды начнется. И мы имеем, эксперты, точнее, имеют достаточное количество денег на покупку, полноценную покупку девайсов. Есть у Энди АВП. За сторону контртеориста он с нее неплохо отыгрывал. Посмотрим, как же получится играть у него за сторону террористов. Укрепить зелень решает команда Лондон. Вдвоем играет на зелени здесь Мейзел Прайзекс, АВП. Никого пока здесь не наблюдает. Тем временем ретейк на точку Б уже прошел. Совершенно несчитываемые они были. Точка Б уже занимается. И сейчас предстоит выбивание команде Лондон. Бомба пока не установлена, но уже вот-вот. Еще есть флешки, еще есть дымочек, чтобы временно ограждать команду контртеррористов от бомбы. Но также у команды контртеррористов есть ответные молотовы, которыми они сейчас просто будут выжигать позиции террористов. Скранк отлично подкрался, в спину зашел, забрал Майзела. Сразу же забирает он еще и Адама. Остается 3 в 2 против. И отлично отрабатывает по двум последним игрокам. Энди с Кранком. Забирает все-таки 11 раунд. Винстрик команды Лондон переломили. Лондон решает закупить 5 диглов без единой гранаты. Тут работает чисто по АИМу. Четвером укрепляет точку А. В то время как команда экспертов занимает втроем зелень. Вдвоем точку Б. Странк отлично открылся по линку. Край дает по нему размен. GDC забирает прайза. Вдвоем зелень помогает. Открываются игроки команды эксперт. Зажат остался Мэйзи в дыму. 3-2 ситуация. Адам уже подобрал съемочку. Мэйзи ставит мизнус по Сайкину. Его GDS разменял. Остается 2 в 1. Адам против двух игроков команды эксперт. И они спокойно отрабатывают по Адаму с АВП. И 12 раунд забирает команда эксперт. Так, 12-8 на данный момент пока счет у нас перед экранами. И Лондон полноценно закупился. Имеет 1 ВП, 4 ауга. И готов камбэч. Край доказывает это убийством по Сакину. Адам убирает GDS. Энди разменивает. По краю 2 в 4 ситуация. Так как Фрайзек забирает скранка. Фрайзек за сторону контртеррористов довольно-таки успешно перестреливает скранка. У них такой батл между собой за две стороны. Остается пока последний игрок. Алекс со стороны экспертов. И Лондону удается, скорее всего, забрать 9-й раунд. Да, так и происходит. 12-9. Очень близкая потная игра идет. Пока непонятно даже с каким итоговым счетом закончится, даже нет малейших предположений, но явно будет, как и в первой и во второй карте, что-то около 16-7.
13-14, а может даже и выйдем на допы. Никакая команда, ни одна, ни вторая, не дает друг другу оторваться больше, чем на 2 раунда. Сразу же идет ответный победный раунд. С другой стороны. Полуэкономический раунд со стороны команды в эксперт. И сейчас они будут выходить на точку Б. Райзик дает первый минус. Тут же Саугом край принимает и отрабатывает по двум игрокам. По одному. Фрайзик помогает по второму. Адам успел перетянуться и забирает Энди. И Плентера. JDC забирает у нас Фрайзик. Бомба будет дефьюзиться. И 10-й раунд отлетает команде Лондон. О чем и говорится. Но сейчас финансовая составляющая команды экспертов будет уже на высоте. Они смогут достойно закупиться. Скорее всего возьмут Алекс Кранк. Окупает АВП, отдает ему Энди. И важнейший раунд. Сейчас очень важный раунд. Если эксперты забирают его, то у них есть шансы все-таки начать добирать их за сторону террористов. Но если они его проигрывают, то скорее всего Лондон начнет камбэчить один за одним раундом, так как экономическая составляющая экспертов все-таки еще не укреплена. А 10-12 это, в принципе, приемлемый счет даже для Лондона, так как деньги у них есть. Играют они за стороны контртеррористов. И обычно так и получается, что меняется сторонами и все-таки откомбэчивает. Пока затишье, пытается понять о позициях своих оппонентов команда террористов, а именно экспертов. Пошла раскидочка на точку А. Ответные флешки откидывают ребята из команды Лондон. Сплит сейчас будет замыкаться на точку А. На точке А уже находится 3 человека плюс 1 в шарте. В принципе, есть кому встречать. Отлично, Адам отрабатывает по первому из игроков. Забирает второго, Сайкин дает 2 размена. 3-2. Энди ставит фраг по Фрайзеку, отлично. 2 в 2, очень напряженная сейчас ситуация. Бомба будет устанавливаться, GDS ему на хелпе играет. Получает информацию по одному из игроков. Но край также забирает GDS. И получается, что остался один Энди с АВП, немобильным девайсом. Ну, какие же тайминги. Ловит Мэзи и удачно забирает 11 раунд, да, друзья, 10-11, те, кто топят за Лондон. Это вам в радость. Итак, 12-11, напряжение встречи не спадает, 4 тэкнайна. P250 решают закупить эксперты. 3 человека устремляются на зелень. Мэзи, важный раунд от него, важный момент. Отлично, JDS его сносит префайром. Линк забирает Алекса, 4 в 4. Забирает еще и JDS. Хорошая работа от Линка. Но Сайкин забирает его. Тут же впрягается хелпа из Лондона. Звучит как в боевиках. Хелпа из Лондона впрягается и, скорее всего, да, делает 12-12. Счет на этой карте. И настолько потные карты. Третья это еще потнее, чем и первая, и вторая. Там хотя бы изначально на Мираже оторвалась одна команда, потом вторая камбэчила. На Нюке было то же самое. Здесь же на третьей карте команды идут один в один, не давая друг другу оторваться. Проиграли, сразу же взяли. Проиграли, взяли. Все ведется явно к допам. Но тем лучше. Тем приятнее будет
выигранная ставка или просто ощущение от того, что команда твоя выиграла. Вновь Венди АВП. Собирает информацию для игрока, подключается под зелень. Здесь же по ним работать будет, если будет Фрайзен. С невероятной реакцией, но не испел. Это вообще был нереальный рамбуст. Если бы он еще попал и по этому игроку, как было на Мираже, он убил рамбуст, то я бы убежал просто от микрофона и орал бы, бегал. Адам встречает Алекса. Энди его разменивает прострелом. 4 в 4. Линк убивает Сайкина. Начинается выход на точку А. Но Фрайзен к нему готов. Ставит вертуху по скранку. Замечает последнего игрока команды Эксперт. Мэзил помогает его забрать. И 13-12 уже в пользу Лондона. Надо закупаться. Уже нельзя отпускать команде Экспертам. Экспертам уже нельзя отпускать команду Лондон. Я бы на их месте форсил, пытался добирать. Но я не они, я со стороны. Матч приостановлен, видимо, со стороны как раз команды таких Экспертов, которые сейчас принимают, возможно, такие судьбоносные решения о том, как будет отыгрываться этот раунд. Пауза снята. Все-таки решают они закупиться на последние деньги. Как будто услышали меня. Решают четвером ворваться под точку Б. Выхода по ранним таймингам пока нет. Пока крушат, ломают. Показывает свое присутствие Алекс здесь. Я не уверен, что это будет выход именно на точку Б. Хотя все к этому складывается. Но сильно они отъявленно ведут себя для этой точки. Но выгоднее всего, конечно, с фармганами занимать именно точку Б. Так как здесь короткая дистанция. У них будет более... вероятнее возможность перестрелять. Край. Пытается пропушить авапера команды. Но нет, это был не авапер. Простите, Фрайзек нас сыграет с АВП под другими вагонами. 3 в 3. Все-таки удается им поставить бомбу. А это уже хорошо. Даже если они проигрывают этот раунд. Но есть возможность еще сцепить зубы и отстоять его. Каешка неудачная. Для Мэзила залетает. Не наносит она никакого урона. Скранк отлично открылся в спину. Фрайзинг его разменял. 2 в 2. Энди убивает Линка. И сразу же ставит второй фраг по Фрайзену. И 13-13. Не все так просто. Эксперты все-таки сделали для себя правильное решение. Выбрали правильную комбинацию для отработки своих девайсов. И забирают этот 13-й раунд. Сравнивает счет. Да, очень плотная игра. Матч снова приостанавливается. Наконец-то заканчивается пауза. 27-й раунд объявляется открытым. Команда Экспертов вновь будет создавать напряжение на точке В. Но фактически пока занимает. Открывается под нижнюю Алекс. И открывает сейчас очень важный момент.
Кто же будет энтри? Край понимает. Лучше я отъеду вниз. Так как я на B1. Хотя с шортах толпует ему уже игрок. Готовится выход под точку Б. Повтор предыдущего раунда сработало. Играем также. Эксперты повторяют свой предыдущий раунд. Сейчас будет врываться на точке Б. Выход поехал. Алекс знает, где находится край в точке. Контролируется он. Все-таки дает он один минус. Эксперт GDS тут же его разменивает. 4-4. Бомба устанавливается. Скранк убивает Адама. GDS ловит хаешку прямо под ноги. Пытается с точки контролировать ходящего под него Фрайзеха, но Фрайзех отлично отыгрывается в ВП. Выжигает просто Сайкина сейчас. И 3 в 2. Скранка и у Алекса очень тяжелая ситуация. Алекс дает минус по Мезилу. А фаззумом пытается забрать Фрайзех. Алекса ничего пока не получается. Остается последний игрок. Это Лин, который пытался на фейк дефьюзив поймать Алекса, но ничего у него пока не получилось. И 14 раунд отлетает команде Эксперт. Денег на закуп команды, на полноценный закуп, вернее сказать, команды Лондон сейчас нет. А вот сейчас как раз со стороны Лондона выгоднее уже будет отдать Экспертам все-таки этот 15-й раунд. Потом уже при полном закупе постараться его отстоять, так как защита это не атака, а именно на этой карте. Атаку можно сыграть с МПшками, залететь с диглами на точку Б на коротком расстоянии, перестрелять своих оппонентов. Тут же защиты требуется желать одно ВП, желательно даже два для уверенной игры. Да, именно такое решение и принимает команда Лондон. Не готовы отдать, по сути, Экспертам. 15 раунд, не без борьбы, естественно, но... Но, в принципе, они с этим согласны. Три человека уже упало на точке А со стороны Лондона. Один человек со стороны Экспертов. И спокойно Скранк забирает Линка. Отлетает 15 раундов Экспертов. И сейчас нет права на ошибку команде Лондон. И матч приостановлен. Пока временно. Один матчпоинт остался Экспертом для того, чтобы завершить это Best of 3 противостояние. И два матчпоинта команде Лондон, чтобы вывести эту игру на допы. Все возможно. Полноценный закуп со стороны контртеррористов. Пока не нашли возможности, как же все-таки отыгрывать на точке Б против атаки Экспертов. Это сплит длинная, короткая на Б. Притом там уже играло и два человека, один клуповал, но решает изменить свою тактику команда Экспертов. Врывается они на точку А, Энди дает энтрифраг, Линк его разменивает, 4 в 4. Время еще куча. В точке отлично Алекс находит и прошивает Адама. Бомба устанавливается, Линк находит минус по скранку. 3 в 3, бомба установлена, но Линк дает минус еще и по Алексу. Тут же забирает еще Сайкин Крея. Остается последний Сайкин, ситуация 1 в 3, он уже дал один минус. Отлично открылся под Линка, есть у него дымочек, чтобы спрятать себя. Есть флешка, чтобы сменить свое место дислокации. Но он не знает, где находится сейчас Фрейз. А Фрейз совсем не понимает, где сейчас находится Сайкин. Просто топает и палит свое местонахождение. Простой клатч раунд 1 в 3 забирает.